Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Так, друзья, всем привет! Прибыли мы на выставку оружия в гостином дворе. Сейчас походим, побродим, посмотрим. Компания «Азот», посмотрим. Привет, друзья! Мы пришли в компанию «Азот». Как вы уже не раз видели, мы стреляем только патронами «Азот». Это русский охотник. Нами были протестированы этой осенью по утке. Но открытие в Подмосковье уже по копытным состоялось. И мы бы хотели поговорить сегодня о пулевых патронах. Что вы можете сказать по этому поводу? Может, у вас есть какие-то новинки? Ну, наверное, здесь нужно говорить не о новинках, а о проверенном продукте. Да. Да? Продукт, да. Который уже себя зарекомендовал, которому люди верят, которому люди уже на протяжении длительного времени стреляют, и самое главное, попадают. Вот. В этом плане мы взяли, скажем так, выбрали, в том числе не только для охоты, но и для практической стрельбы. Ну да, у вас очень много, да, для практической стрельбы. Шедит, пули фирмы Шедит, потому что они показывают очень стабильный полет, очень хороший результат. Все практики практически стреляют, так же, как и охотники. Естественно, конечно, охотничий патрон он мощнее, потому что там важно еще, конечно, и убойная сила. И резкость, да, там. Да, и резкость, соответственно, чтобы останавливающий эффект был у пули. У практиков, у них важна именно, чтобы баллистические характеристики соблюдали, чтобы пуля летала далеко. И, соответственно, наши практики, используя пулю Шедит, уверенно поражают мишени 100-140 метров, что для гладкоствольного практически это запредельные дистанции для работы стабильного полета пули гладкоствольной. Ну, на 150 метров это, ну, полосю, допустим, это, ты стрелял. Но как... Ну, на практике, конечно, практика в лесу. Там важно, да, там либо положить поппер, да, лес, естественно, мы встречаемся с такими факторами, как кусты, да. Мы встречаемся и с такими факторами. И многие охотники как... все равно на 150 метров как бы не стреляют. Не стреляют, да. Они стреляют на коротке. На коротке, да. Поэтому, вот, говорю, в совокупность всех факторов, наверное, то, что мы собрали, у нас есть, конечно, несколько разновидностей пули. Это и «Азот» собственного производства, и «Гуаланди», известный, естественно, бренд, который мы представляем. Но если взять симбиоз всего, цена, качество, стабильность, полет, останавливающий эффект, рикошет, наверное, мы бы все-таки остановились на пуле Шедит. То есть это вот то оптимальный симбиоз, который можно выбрать, достаточно приемлемая цена, достаточно стабильная. То есть все характеристики очень... положить, ну как бы не средние, а выше среднего. А она идет полностью свинцовая? Да. Полностью свинец, да, идет? Да, потому свинцовая. Что есть стальные пули, ну нет, как нет, бы. Нет, это полностью свинцовая пуля. Вот. Поэтому. Хорошо. Ну, на данный момент также открыта охота на косулю, допустим. Более картечь. Значит, комбинированные, может, какие-нибудь. В этом году мы представляем несколько, не несколько, вся охотничья линейка патронов «Азот» полностью обновлена. То есть мы сделали теперь, увеличили, в основном, если в ассортименте присутствовало 32 грамма, а потом шло там сразу картечь. То сейчас мы разнообразили свою линейку, у нас теперь присутствуют патроны 34 грамма, патроны 35 грамм, патроны 40 грамм. То есть, где каждый охотник может подобрать себе ту навеску под свой ствол, под свою ту охоту, которая ему нужна. Соответственно, картечи у нас присутствует, это и 5,6 мм, это, точнее 6,2 мм, 7,2 мм, 7,15, так называемая, и 8,5. Вот, то есть, также мы предоставляем, чтобы охотиться на косулю, всевозможные навески, всевозможные диаметры картечи, чтобы охотник мог любое свое пожелание мог воплотить, придя и воспользовавшись продукцией компании «Азот». То есть наша задача – это дать охотнику на сегодняшний момент любой продукт, который он захочет. Хорошо.
Русский охотник уже многие видели, как бы. Я вот вижу, у вас новая пачка Сибирь называется. Это более для каких охот? Ну, новая линейка Сибирь, значит, что ее отличает прежде всего? Это французские пороха, однокомпонентные французские пороха. Я знаю, что в русском идет сокол. Да, тут идут российские пороха. Русский охотник мы постарались собрать максимально на российских комплектующих, за исключением капсуля. То Сибирь мы собрали как бы весь наш опыт, который мы показал себя профи, мы доработали. То есть теперь, работая с охотниками, делая полевые, прежде всего, испытания патронов, под каждую дробь, под каждый диаметр дроби была подобрана свои компоненты. Это пыш, порох, навеска пороха, чтобы показывать максимальный результат. Максимальный результат у нас должен показывать это резкость боя. Опять-таки же, мы в поле каждую нашу партию тестируем, это на сосновую доску и, соответственно, кучность. Потому что многие характеристики, которыми мы пользуемся производителями, давление, скорости V0, V0.5, для обычного охотника чаще всего ни о чем не говорят. Но именно то, чтобы быть ближе и понимая, чтобы охотник понимал, что мы создали продукт для него, мы в свое ОТК ввели непосредственно полевые испытания каждой партии. Теперь мы уверены, что мы даем не только стабильные характеристики, но и патрон, который показывает именно стабильные показатели по всем параметрам, которые требуются охотнику. То есть если патрон делается на рабочую дистанцию 35 метров, мы знаем, что он покажет максимальные характеристики на 35 метрах. Ну хорошо, ценовая позиция, я знаю, что шестерка идет в районе там 16 рублей, да, русский охотник, патрон, да, русский патрон, а Сибирь получается... Она в среднем получается дороже из-за того, что используются немножко более, более дорогие компоненты. Да, в среднем она получается дороже от 70 до рубля по магазину. То есть где-то мы, наша рекомендованная розничная цена это 17.50 на этот патрон. Конечно, есть такое понятие, как логистика, накрутка и так далее у всех магазинов, но мы стараемся, всех магазинов призываем к тому, чтобы они старались в этом диапазоне выдерживать цены. Поэтому в среднем по России этот патрон стоит от 16.50 до 19 рублей. Хорошо. И много вопросов видели. Так, 36 грамм все видели. Давай, крути дальше. Я знаю, есть 40 грамм линейка. Да. 73 миллиметра получается, да, патронник. Это значит, у кого есть 70-й патронник, они уже не смогут. Они уже не могут. Для этого мы готовы представить следующую линейку, следующее поколение. Это абсолютно новое. В этом году компания «Азот», были проведены огромные переговоры, технические консультации, приезжали к нам специалисты. Мы ездили неоднократно в Италию, и мы смогли заключить лицензионное соглашение с одним из ведущих производителей пороха и гильзы в мире. Это Баскери энд Пелагрис, один из самых знаменитых производителей итальянских порохов и гильзы. Гильзы системы Гордон, которую все узнают чаще всего по пластмассовому донцу. Что оно дает? Прежде всего, это дополнительный амортизатор, который уменьшает отдачу, соответственно, меньше прыжок ружья, что позволяет быстрее наводиться на следующий выстрел. И более комфортное использование при длительной стрельбе. Но это больше для автоматов, да? Это можно, да, прежде всего для автоматов, но также двухстволка на охоте имеет второй выстрел. Ну, поэтому, соответственно, да, более быстрое наведение в летящую быструю дичь, соответственно, позволяет вам, данный амортизатор позволяет уменьшить отдачу до 20%. Что тоже очень немало, иногда бывает очень таким фактором влияющим. Следующее это. Особенно когда у тебя несколько секунд. Когда несколько доли секунд, я бы сказал. Следующий момент это то, что здесь используются двухкомпонентные ламинированные пороха производства Баскери энд Пелагри. Что они дают? Прежде всего, они дают самое главное – это стабильность от хранения и условий природы. Да? Как все знают, что в зависимости от жары, в зависимости от холода, влаги и так далее, порох имеет свойство сыреть, высыхать, он может увеличить давление, тот может упасть. И самое главное, за что борются все производители порохов, это добиться вот этой максимальной стабильности. Это добился Баскери Пелагри. Непререкаемый лидер в этой области. Соответственно, используя данную гильзу пороха, мы смогли сделать патрон. Практически, я бы сказал бы так, при компонентах Баскери Пелагри и техническом оснащении и умении Азота мы добились совершенства, не побоюсь этого слова, в охотничьем патроне.
понял. Здесь мы представили основную линейку. Это 32 грамма, которая позволяет закрывать большинство охот. Также 34 грамма. 34 грамма. Там она сейчас пройдет. А я смотрю, есть новая, да, 40? Да, и есть 40 грамм, но здесь гильза 70 миллиметров. А, 70. Что позволяет нам, естественно, использовать на любых патронах. На любых это патронах. Я, значит, со своим браунингом автопятым легко могу стрелять легко. 40. Ну, это нормально. Перфетто. Вот, поэтому, как я уже повторюсь, еще раз повторюсь, на сегодняшний момент Азот полностью обновился. Проведена была огромнейшая работа в плане технического переоснащения, улучшения именно стабильности и качества работы с охотниками, которая позволила нам полностью сделать новую продукцию в охотничьих патронах. На сегодняшний момент мы можем сказать, что мы готовы обеспечить любое желание охотника 24/7, 365 дней в году. Хорошо. Вы готовы обеспечить. Готовы ли регионы работать? Потому что готовы. Мне в Инстаграме пишут ребята, когда я вот показываю новинку, они говорят, как купить. Да. Вот даже в Сибири. Мы знаем эту проблему. И в этот год мы провели очень огромную подготовительную работу в плане того, чтобы работать с дилерами, увеличивать свои логистические пути. У нас есть свой транспорт, который мы доставляем. И работа с дилерами помогла нам максимально расширить нашу логистику, то есть возможности доставить в регионы. Мы эту работу будем продолжать. Сейчас ведется огромная маркетинговая работа в плане работы с магазинами, понять, где есть патроны, где нет, для того, чтобы закрыть эти белые дыры. Потому что мы хотим, чтобы у охотника был интерес к нашим патронам. Но самое главное, чтобы у него была возможность купить эти патроны. Вот именно. Вот. Люди-то смотрят видео, новости. И хотят попробовать, как это, бы, я думаю, на будет себе. Основной именно разработка новых путей распространения нашей продукции. Это будет основная задача 2020, потому что если 2019 был подготовительным годом, это собрать все лучшее в одном производстве, да. То 2020 год будет основная цель, это до каждого охотника донести, а сделать возможным взять этот продукт и попробовать. И не только в цене, но и Конечно. Мы работаем в легкой доступности. Да. Самое главное, чтобы он был в максимальном количестве точек сбыта в каждом магазине. И, соответственно, мы очень много работаем с дилерами и магазинами, чтобы это было, прежде всего, правильная, нормальная, доступная цена. Для этого мы тоже очень много работаем, потому что все равно финальный потребитель нашей продукции не магазин, не дилер, а охотник. Вот. И он должен быть счастлив. Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать это видео с данной выставки. Будут вопросы, пишите в комментариях. Оставлю ссылку на сайт. Вы всегда можете задать вопросы ребятам. Они смотрят, они отвечают. Так что всем удачи и пока. Пока.